10 5 и я скажу новость. Маленький Мелон. Да, температура большая. Просто Мелон хотел покрутить, покрутил и попалась на, ну, грипп обычный, на что-то сделать. Сохранил и хотел умереть. Но он увидел там, увидел дедушку, и он: дедушка, убей меня, а то я тебя убью. Дедушка, я увидел ее. Бал. Возьму его денежки. Так, зачем мы будем ставить над собой опыты? Все.